Итак, записываем на БГ, мы продолжаем играть в Кайзер-Райх за Германию и продолжаем параллельно с этим играть в Hearthstone, который они придумали в игре. Хотя, если честно, наверное, это больше похоже на гвинт. Так или иначе, если вы еще вдруг не подписаны, ребят, обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем страдать вот с этими кнопками. Поехали. Получили мы новые кнопки вот здесь. Нам нужно, чтобы было 0 point. Это достаточно просто сделать. Смотрите, мы можем политку получить, но при этом увеличить, соответственно, интенсивность эту самую. То есть, в теории, если мы нажмем кнопки вот так, то мы потом сможем закончить это, и при этом чуть-чуть получим политки. А политка нам очень нужна. Если мы возьмем вот этот фокус, это даст нам возможность выбирать долг, но при этом это закроет нам шахта. А шахт, вы видите, достаточно неплохой советник, так что я бы предпочел его, конечно, оставить. Так что давайте вот сюда откроем мы себе реформу на снижение долга. И получается, это будет работать каждый раз. То есть реформ, вот эта реформа все работает постоянно, как вот эту кнопку, которую мы до этого тоже нажали. А еще я хочу отправить в Индокитай помощь, поэтому, конечно, отправляем. Нужно, чтобы эти ребята справились как-то с восстанием. И Австрийская империя поддерживает Болгарию. Я согласен с ними. Бразилия хочет инвестиции. И это заберет у нас ту самую политку. Я, кстати, вот не уверен, что Бразилия мне интересна. Да, мы вряд ли что-то сильно получим в лонг-терм, я тоже так думаю. Нет, мы потратим нашу политку на нашу страну. И мы победили. Как мы? Наши китайские друзья победили восстание. И мы теперь можем быть уверены, что хотя бы какие-то силы, которые поддерживают Германию, здесь остаются. В теории, может, эти ребята тоже, но самое главное, что тех, кого мы поддержали, и с кем у нас точно есть отношения какие-то по фокусам, и, возможно, еще дальше будут, точно существуют. Это хорошо, будем поддерживать их всеми силами. И мы можем окончить вот эти вот проблемы все наши. Прекрасно. Мы не можем их сейчас какими-то десиженами развивать, а теперь можем. Мир в Руре. Отлично. И мы можем куда-то инвестировать. Это снизит скоро, я так понимаю, это вот это число. На соточку каждая кнопка. Это звучит приятно на самом деле, потому что здесь нам не хватило всего лишь каких-то 225 очков. То есть, в теории, если бы они были нажаты, то мы могли бы нормально пережить это все. Так что да, единственный вопрос у нас, конечно, с ВВП и долгом проблемы. Но с этим мы будем сейчас справляться, так что начинаем инвестиции в нашу экономику. В Испании начинается гражданская война, это было неизбежно. И смотрите, вот эта Испания сразу в Мидл-Европе находится, что нам подсказывает, что нам, видимо, и нужно поддерживать. Да, у них вот, если они выбирают, что они не одни, то они вот сюда пойдут от нас просить помощи. Отправляем туда добровольцев. Ой, мы можем еще снизить долг и получить себе карту, которая будет снижать нам долг. Звучит как что-то полезное для нас. Ну и слушайте, в этом году, в прошлом мы не смогли минус один еще сделать. Ну, точнее, плюс один. А в этом смогли, но видите, ВВП уже, да, 163 у нас здесь потеряно. Очень-очень большие долги. Но мы выходим из кризиса, и нам всего лишь еще два раза надо будет это сделать. Как будто 40% мы это более чем успеем сделать. А вот и добровольцы прибыли. Вот им только единственное пополнится немного, потому что они не успели пополниться, пока были в Германии. Ну а мы, так, давайте проверим. Кем нам дали фронт вот с этими ребятами. Я это понимаю, потому что войска то они идут сами. Гражданская война, если вы не знаете, да, на несколько сторон. Мы как бы считаемся добровольцами не с этой войны, а как бы типа с этой. Потому что криво так это сделано. О, Middle Europe, механики, фокус 3 у нас доступны. Ого. Эндоскор, тут какие-то новые механики невероятные. И если мы это делаем, то мы получаем... Это типа Священная Римская империя, только в койке. Фабрика, военный завод, инфраструктура, ТНП, скорость строительства, factory output и скидочки. Ну, очевидно, что у нас самое полезное сейчас это промка. Давайте... Можем тратить политку на это. Допустим. Типа мы сейчас вот выкинули эту агенду. Кстати говоря, тратим политку сразу на следующий проект обязательно. Это у нас, конечно, проект, который дает нам фабрику и ее инфраструктуру вот этот. И смотрите-ка, в Украине мы раздавили восстание. Прекрасно, социал-демократы получили еще поддержку и стабильность. И какой-то королевский скандал.
какие-то темные секреты нашего Вильгельма. Ладно, ужасно, ужасно. Не знаю, что, но ужасно. Смотрите, направление военных. Я так понимаю, видите, здесь есть три варианта, куда мы можем пойти. И разные пути поддерживают разные военные пути. И мы это можем посмотреть потом? Не знаю. Но я думаю, потом где-нибудь увидим. Допустим. Ну ладно, я вот здесь вот, я так понимаю, это оно. Наверное, именно вот эти фокусы меняют. Потому что, видите, это реформист, который здесь. Очень непонятно это все описано, где что это смотреть. Не очевидно. И да, вот сюда нам, видимо, нужно будет идти. Ну, как, можно не идти, можно, конечно, идти. Потому что здесь хорошие бафы. Окей, выглядит неплохо, что наша фракция имеет профессиональные какие-то танки. Чуть-чуть какие-то бафы на флот, планирование, политка. Наверное, нормально, посмотрим. Также мы можем вознаградить лояльные торговые... какие торговые, господи, профсоюзы лояльные. Назначаем себе советника, который дает нам минус НП, плюс аутпут, плюс скорость роста. За чуть население получаем стабильность. Звучит хорошо, но, наверное, попозже. А вот это, наверное, все-таки возьмем. Пора уже отсюда брать какие-то фокусы. К тому же здесь дается карта, которая нам... дополнительные карты приносят, то есть типа добор. Как будто нужно, нужно. А еще давайте-ка мы отправим некоторую помощь нашей Азии. Почему бы, как говорится, и нет. Казуальненькую, но я думаю, это им поможет. И Беларусь просит экономическую помощь. Я вообще не против был бы, но... не знаю. Да вот она не просит, да. Ладно. Восточный, восток нужно поддерживать, как Украину до этого поддержали, также надо Беларусь, как и здесь поддерживали ребят. Это наша восточная стена, нужно их поддерживать. О, смотрите, вот оно. Каждый ход 5% долга будет снижаться. Берем. Берем все 4, ну как бы типа в конце еще минус 1 получим, и потом будет вообще окупаться. Так что типа пойдет. И вот сейчас нам, кстати говоря, не очень хватит на... давайте доберем карту сначала. О, смотрите-ка, то, что снижает нам долг, это то, что нам и нужно было. И тогда докидываем вот это, и у нас, бам, практически полностью удалили мы эту мерзкую механику. Еще и долг будет сейчас потихоньку уменьшаться, отлично. Начала Болгария воевать со всеми. Мы, кстати говоря, здесь в Испании пытаемся воевать, но в Испании тяжело, тяжело. У нас танков не хватает, производство у нас слабенькое по танкам. Придется, наверное, что-то убрать, плюс что-то... наверное, в танках поменять, то есть, ну, сделать меньше танков себе. Посмотрим. О, вот и получилось, кстати говоря, забавное окружение, которое мы, я надеюсь, не выпустим. А может и выпустим. Может и выпустим. А может и нет. Ну, сейчас будем узнавать это. О, Венесуэлу ли продать пушки? Это, кстати, нормальная тема, как и, в принципе, продавать пушки. Но пока не буду спешить, у нас еще не так много у самих. И пока я тут занимаюсь чем-то... в Испании, в Америке начинается еще одна гражданская война, которой нам бы тоже что-то сделать, но пока мое все внимание на гвинте и на Испании. Как говорится, партия гвинт. Ну и говорят, что у нас тут медленная реформа проходит. Демократизация, сервис лоу мне нужно сделать. И побыстрее вот до сюда дойти. Это все круто. Ну ладно, допьем этот фокус и пойдем действительно сюда, потому что что нам еще делать? О, экономика восстанавливается. Долгой жизни непревзойденные нашей империи. Мы победили в карточной игре, все. А. Все. Легко. Как говорится, легчайшее для величайшего. На самом деле, наверное, можно было бы еще быстрее. Я один шаг пропустил, в один момент у меня было... как там... просто ничья, типа. Но получается, можно было еще быстрее закончить. И вот эти все фокусы были, получается, бесполезны, на самом деле, которые там что-то еще давали. Ладно. Итак, в Польше там восстание какое-то крестьяна великое. Мы можем потребовать, чтобы он что-то сделал. И это может радикализировать их еще больше. Либо дать им самим решать свои проблемы. Давайте... попробуем демократически дать им самим решить свои проблемы. И центром недоволен русский.
это как раз-таки партия, которая с нами в коалиции, и мы предпочли бы, чтобы они оставались пока что с нами в коалиции, так что пропустим это мимо ушей, как говорится. И Коста-Рика просит у нас помощи, дадим помощь. И они еще потеряли мы больше коалиции, потому что мы все еще ничего не сделали. Потому что я делал фокусы, которые нужны были экономически. Чёртов газетенки. Ну ничего, ладно, мы справимся с этим, разберемся. Коммуна Франции там что-то против нас готовят. Но мы готовы против их подготовки. Договоренность с Норвегией. Давайте. Окей, это был кризис швейцарский, и он был разрешен. Ну и тут мы потихоньку что-то окружаем, как-то туда-сюда, и вроде не все так плохо. Исиан забрал наши фабрики, но дал нам компенсацию. Допустим, Венгрия покидает Миттель Европу. Предатели. И нам теперь говорят, да, Швейцарию унизили, надо нам готовиться к войне. Это правильное решение. И вот мы делаем первый фокус, и теперь пойдем сразу во второй, которым нас душат, я бы даже сказал. Но мы его успеваем сделать, получаем стабильность, получаем за это лояльность. И, конечно, вот этот отсрочиваем подальше. И отправляем некоторую поддержку Испании нашей. Здесь я вижу, что повстанцы потихоньку проигрывают. То, в принципе, очевидно из-за нехватки снабжения здесь. Так что я думаю, рано или поздно Истазия наша выиграет там. Там мы смогли переломить ход. Нужно переломить ход в Испании. Блин, нам не хватает опыта не на то, чтобы дивизии поменять, не на то, чтобы танки себе сейчас сделать получше. Так что воюем буквально тем, что у нас имеется все еще. Без каких-либо изменений. Венеция. Какая-то революция. Там вечно что-то происходит. И черный доссер, что это такое? Метли Африки есть. Проблемы. Можем забыть про это? Но нет. Я думаю, коррупцию надо, конечно, расследовать. Итак, да. Ушел наш прошлый губернатор, уходит точнее, можем политолог там уже есть, либо Рудольфа Смиса, известный и опытный администратор. Давайте Фрица Колби, он уже там, допустим. В России, кстати говоря, побеждают левые, что немножко напрягает, но у нас в целом слишком много чего напрягать не должно. Но в Испании все так же продолжаем воевать, своими силами тоже меняем ход войны. Ой, так выбор агенты. Скидка на производство, либо цифка в Люксембурге. И, наверное, не только в Люксембурге, наверное, в каждой стране тоже, не уверен. Так или иначе, цифка звучит, конечно, приятно. Хотя скидка, наверное, 100% сильнее. И у Метли Африки с Португалией проблемы, но мы этими проблемами должны сейчас заняться обязательно. И закрываем здесь очередную порцию не тех испанцев. Все, с этими разобрались. Португалия отошла назад. И совсем чуть у нас остается на то, чтобы делать реформу, но все было рассчитано, я не так плохо еще в математике пока что, и мы успешно выполняем миссию в срок. Прекрасно, стабильность уже даже восстанавливается потихоньку, это меня не может не радовать. И у нас наконец немножечко освободились фокусы, можно взять что мы хотим. И если честно, здесь много вариантов, что нам нужно, их реально очень много. Я начну, наверное, со стабильности, вот сюда пойду. Хотя нет, шучу. Мне, конечно, нужен военный опыт в первую очередь, так что избавляемся от дебафа на получение опыта, а там посмотрим. Ой, в прусском кабинете у нас есть некоторые проблемы. Это грустно. Пока что он никак не решен. В будущем, может, мы когда-нибудь его решим, но пока как есть. Начинается у нас паралич нашего правительства. Если мы внезапно что-то сделаем не так, он станет еще более проблемным. В общем-то, я думаю, что нам надо как-то, значит, нашу партию усилять. Значит, у нас все еще не свободные фокусы. Идем вот сюда теперь, видимо. О, Эйнштейн, смотрите-ка. Плюс скорость исследования можно его сделать нашим советником. И он еще поддерживает наше правительство. Прекрасно. Стабильность и политика. Не буду брать его советника, у меня на советников и так есть здесь очень много мест, которые уже, так сказать, забронированы. Ага, бюджет в Пруссии. Кризис. Прекрасно. Нужно как-то будете разбираться с этим. Говоря, нужно как-то разбить их коалицию, и мы сможем победить. Можем Шляхера да, поставить. Но звучит не очень безопасно. Ну давайте начнем потихоньку разговаривать с людьми. У нас есть там один наш человек, скажем так.
Он может за нас переговариваться. Давайте максимум поддержки ему дадим. Успешные переговоры, отлично. И делаем жесткий прорыв в туза здесь. Вот этим испанцам. Здесь уже все заблокировали. Здесь слишком далеко не идем. Это наша пехотная дивизия, которая сейчас танкует, потихоньку переформировывается. А, здесь они вышли. Ну, допустим. Так, с аграрными ребятами болтаем и... Ну нет, мы будем равными. Не получилось договориться равными, увы. Я вижу, что наши войска теперь нужны не здесь, а на другой вообще стороне карты. Так что мы туда сейчас и будем сваливать. Итак, бойкот. Объявляем, давайте-ка. Успех, отлично. И мне нужно как минимум 3 победы, у меня 2. Видите, вот тогда мне немножко не повезло. Ничего, сейчас здесь инвестируем по максимуму и, я надеюсь, победим. Так, отбросили мы здесь их за реку. Можем, наверное... Ладно, не можем пока никуда ничего сделать. Будем дальше пока обороняться. Так, 30 дней demand for action. Снимается. У нас еще сколько там дней? У нас 168 дней. Нормально. Можно пережить и успех. Победили мы. Отличная работа, команда. Даже реакционеры принимают нас. Прекрасно. Теперь мы можем... феминизм, что ли, сделать? Нет, ладно. Я так понимаю, с феминизмом у нас вот здесь вот. А здесь это о равенстве голосов. Примерно. Отлично. Давайте все-таки, да, сделаем вот этот фокус. Стабильность нам очень нужна. И остальные бафы тоже полезны. И нас там кто-то критикует. Но ничего. Это уже просто... Так сказать, они плачут в газеты. Как и испанцы, которых мы сейчас здесь отрезали от снабжения. И от каких-либо коммуникаций. Взяли Мадрид обратно, вернули настоящему королю. Тут не знаю кто. Король, не король. В общем-то... Тот, кто наш, тот настоящий. И у нас сейчас появляется политика, и мы приглашаем демократов к нам в партию. А с 50, 20, 30 разные. То есть лояльности. 70% отклонили на 50% лояльности. Это очень неприятно сейчас было. Ладно. Как получилось, так получилось. Что мы тогда возьмем? Давайте возьмем популярность и политику. Это нам должно тоже помочь. И господи, ну не живется спокойно. И так фокусов, говорят, мало у вас в очереди. Да, нас теперь хотят вместить. Хотят переворот какой-то сделать. Национальная оппозиция какая-то. Ага, угу. Круто. Нежели хорошо, то что начинать? И нам нужно сделать все 3 десижена для формирования фронта. Все демократического фронта. Ну, давайте начнем с... профсоюзов еще. И давайте сделаем этот фокус, это даст нам еще времени по таймеру и даст нам еще 10 капа, что очень сильно. О, с Панамой там что-то, какой-то кризис. Вот там. Около Канады. Давайте мы с ними поговорим. И смотрите-ка, мы смогли успешно закончить там переговоры и нажимаем дальше кнопки, нам нужно обязательно это все сделать. Ой, смотрите, кто говорят, что украинский экспорт зерна очень сильно помог и нам, и всему альянсу, и всему миру. Что, конечно, прекрасно, а мы можем согласиться с этим и сказать, что но немецкие фермеры, конечно, должны тоже быть молодцами. И да, стабильность берем. Но и тут уже начинается раздолье для наших танков, которые и уже обучились, и танки нормально получают, и у нас уже даже запасы какие-то танков есть. Все еще не сильно подредактированных, но что есть. И правые в правая часть центрума нас еще больше душит. Мы можем выкинуть туда какого-то парня, который нам и мешает. Слушайте, наверное, звучит не так плохо. А еще можем поставить вот этого советника, этот НП, это 10 капа и 5 политки. Шикарно. И мы начинаем уже строить военные заводы, конечно. Шведский фронт. Опять. Теперь мы снимиваем. Национальная оппозиция, господи. Не хватает нам... спокойствие. Националисты и консерваторы. Давайте вот это мы делаем, да? Единый фронт. А, и теперь нам нужно вот этот самый фронт организейшн получать. Да. И тратить его на борьбу. Окей. Звучит логично. Давайте начнем с вот этого. Берем этого папина. Папича. Папич, блин, руинит. Пиздец. Из центрума. И, блин, наделали, конечно, механик. Пиздец.
Ладно, мы с акшеном здесь разобрались. Оно у нас не взорвется. С этими вроде разбираемся потихоньку. Картел бастинг еще какой-то мне нужно сделать. Господи, звучит как какой-то фетиш. Но ладно, верим, что нам вот сюда надо. Окей, поехали туда. И еще одна дилемма у нас с аграриями. И если мы справимся, то мы сможем их пригласить в наше правительство, если они еще не включены. Ага, ну, конечно, нам же не хватало куда политику тратить. Спасибо, что дали еще одну возможность. Ой, мы выбираем агенту нашу. Ну, конечно, в этот раз, я думаю, вот это возьмем, скорость строительства, и factory output это, наверное, самое выгодное. Падение папища. Мы нанесли удар по нему, спасибо, господи, он нас больше не потревожит. Прекрасно, с взятием Винницы проблем не будет, видимо, потом тоже. И инвестиции в Египет у нас получились, не знаю, почему я не инвестировал, но... Видимо, у нас какие-то есть криптоинвесторы. В принципе, я не против. И карлисты побеждены, все. Все, королевство Испания успешно победило. И я надеюсь, они присоединятся к нам, конечно. А даже если не присоединятся, то они нам могут одолжить Гибралтар, что звучит очень приятно. Испанская гражданская война закончена, да, прекрасно. Теперь можем обратить внимание на Америку, пожалуй, ну либо какие-то другие конфликты. Но я думаю, все это, ребята, будет в следующей серии. Мы закончили здесь войну. Мы продолжаем войну внутри нашего государства. Тут постоянно что-то происходит. Но мы не сдаемся, и мы вроде как потихоньку побеждаем. Я думаю, победим в конце концов. Так что с вами был ДБГ. Обязательно победите кнопку лайка, оставьте комментарий. И скоро будет в описании. Все как обычно. Вдруг не подписано, подписывайтесь. И до скорых встреч. Всем пока.